вещами вместе с решением областного совета были отправлены в столицу. Вот здесь женщина приехала из Самары. А что надо? Но она привезла 80 тысяч подписей. Каких подписей? За что? Ну, за то, чтобы вернуть городу название Самары. А царя им вернуть не надо. Но грозное заявление московского чиновника не смогло остановить торжество исторической справедливости. Федеральные власти пошли навстречу самарцам. В итоге был подписан указ о присвоении городу исторического имени. 25 января 1991 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о переименовании Куйбышева в Самару. Кстати, именно за это решение Борис Николаевич стал почетным гражданином Самарской области. А еще бытует мнение, что у Ельцина было особое романтическое отношение к нашему городу. Первое свидание с будущей женой Наиной произошло в Куйбышеве на площади Революции. Городу вернули историческое название. А в память о переименовании в нем осталось очень много куйбышевских мест. Это и площадь Куйбышева, самая большая в Европе, Куйбышевское водохранилище, самое крупное на Волге, которое даже называют Жигулевским морем, Куйбышевский район города Самары, памятник Валериану Куйбышеву, улица Куйбышева и не только это. Это наша история, и мы ее бережем. Это было неформальное движение. В нем участвовало очень много людей. И не было давления сверху, не было вот этой погоняльщины, вот, что это нужно сделать сейчас, а немедленно. И не было каких-то окриков. Это было движение души. 30 лет назад, в 1991 году, указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Куйбышев был переименован в Самару, а Куйбышевская область – в Самарскую.